С понедельника 30 марта в России остановятся сразу несколько автозаводов. Основанием для этого стал указ президента Владимира Путина от 25 марта. До 3 апреля не планируют работать сборочные площадки Nissan и Hyundai, расположенные под Санкт-Петербургом, а также Калининградский автотор. Кроме того, недельный простой ждет КАМАЗ, АвтоВАЗ и Елабужский завод компании Ford Sollers. Последний, напомним, собирает коммерческий Ford Transit. Дольше всех до 10 апреля будут стоять площадки концерна Volkswagen. Это Калужский завод, собственно, Volkswagen, а также Горьковский автозавод, где выпускают Шкоды. Главной причиной столь длительной паузы стала нехватка комплектующих, которые должны поступать из Европы. По этой же причине двухнедельный отпуск ждет работников предприятия PCMA под Калугой. Там делают автомобили Peugeot, Citroën и Mitsubishi. АвтоВАЗ модернизировал производство. Так, на конвейере, где выпускают Гранты и Датсуны, удалось сократить длину сборочных линий более чем на полкилометра. Были организованы участки формирования комплектов, уменьшено количество погрузчиков, при этом появились роботизированные тележки для автоматической доставки комплектующих. Эти тележки синхронизированы со скоростью конвейера, а их задача – доставлять конкретный набор комплектующих из зоны формирования прямо на сборочные посты. Все эти новшества на четверть улучшили соблюдение ритма поставок. В производстве автомобилей на платформе B0 внедрено 8 дополнительных роботов. Они отвечают за сварку критически важных точек основания и каркаса кузова.